А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здорово, дорогие подписчики! С вами по-прежнему Димка, Юрка и Даня! В GTA 5 мы, а это новое шоу, а именно Drag Racing в Дубае! Здорово! Всем привет! Ребята, нас ожидает просто огромнейшая трасса нашего, получается, испытания. Соответственно, ребята, трасса аж на пол карты GTA 5. У нас будут, конечно же... Мочит, что ли? На спаун по одной машине, да-да-да, для каждого раунда. Кто приезжает первым, тот получает 2 балла. Всего одна машина, дядь, удаляет, да. А потом, получается, второй получает 1 балл, третий ничего не получает. Задача, как можно больше набрать баллов за все шоу и, конечно же, победить в шоу. А вы, ребята, обязательно поставьте лайк на этот ролик, наберем 3000, выйдет новая серия. Также поставьте, конечно же, комментарий на этот ролик. Давайте-ка наберем 1000 комментариев со словами «нравится», «не нравится», точки, запятые, все как бы приветствуется. Ну а на первый раунд у нас получит... У меня Меган. Ебать, понимаю. Получается, Баба, МРБ, Дюранга и Джеска. Мы начинаем на счет 3. 1, 2, 3. Поехали. Самое интересное, что и Дюранга, и Джеска обе не те. Но да, самое интересное, что Баба, пока, МРБ пока тащит. Баба, МРБ. Баба, МРБ. Давай, давай. И речь. Но Дюранга я не догоню, а Джеска меня догоняет. Но не возьмет. 660 на финише. 565 у меня получается. 530. У тебя что? 530. Ну, как бы понятно, ребята. 2 балла у Юрца, 1 балл у меня. А мы едем дальше. Я возьму Акуру. Так, а ты получишь... Да ладно, у него Туатара. Да я тут, стой. Ладно, хер с тобой. Так, ладно, Туатара, получается, Дани, ребята, Акура и... получится Крайслер, точно. На счет 3, 1, 2, 3, поехали! И моя старт проспал. Ой, Туатара-то упала, та самая, но я думаю, по-моему, смелки я его сделаю. И моя старт проспал. Пока, пацаны. Ты улетаешь? Серьезно? Где пошел штукарь? 1085. 900 было, ровно. Не помогает нихера. 530 я разогнал по итогу на Акуре. Ебать. Опа, вот да, это добро, дай-ка я сохраню. Мне оно мне надо. Оно мне надо, да. Вот так вот. Отлично, ребята. Монстр трак. Ема, понял, принял. Так, и вторая М4. Ну, М4, которая не так, к сожалению. Так, ладно, так, в любом случае, тут у нас получается 173. Да я понимаю, что это я просто сел случайно. Так, у Юрца РС-ка, получается, Тойота. И чё еще? Чё еще? О! Кабан! Да вы заколебали уже, слышите? Слышь, после прошлой серии, где мне, блин, одно считание упало, у вас их по 100-500 было, это отдушина, так сказать, это нормально. Отдушина, отдушина. Еще 3, 1, 2, 3, полетели! Ну вот опять, смотри, в центр уехал. Ну что ты делаешь? Дай. Да, тебе же сказали справа быть. Ну и все, уехали. Тарам-пам-пам, прам-пам-пам. Слышь, ты отдушина, Топкин, блин. Ты заколебал уже, ребята, как бы... 870. Да. 650 300... у моего М4 автомобиля. 330 у, получается, Дани. Даня, где? А, вон, Даня едет, получается. Только сейчас финиширует. Окей, ладно, ребята, баллы мы записали, но Юрцу прям несносно заносит. Это чит? Не знаю. Байки считаются? Ну, у меня все хреново, байки, да. Байки только аддоны. Только аддоны, у меня прям все хреново. Ладно, я возьму вот это. Я, если бы взял Бугатти, вы бы точно не выиграли, а вот на шестерке будет интересно против байка выступить. Обычная шестерка непримечательная. Не, не чит. Да бля, Стяща! Ты заколебал! Я только хотел 2 балла! Понимаю. Окей, ладно. 1, 2, 3, полетели. Может, возьму? Я, кстати, может, возьму? Сделаю, чтобы ты понимал, по максималке. О! Ой. О! Ну вот сам виноват. Это шанс! Это сам виноват. Ой. Это сам виноват. 800. Ой! Еще в дерево врезался. 1100. Да, ребята, тачками надо уметь еще и управлять. Читы нереальнейшие. Да, ты второй, я 2 балла. Ты 1 балл зарабатываешь. Куда ты улетел? Это снял! Туда улетел, ебать! Это было жестко. Да, ребята, читами надо уметь управлять. Читы очень жесткие у нас, но хотя бы 2 балла. Значит, 3 тачки на спаун. Полетели, смотрим, верим. Чудеса, это обычное. Да вы идите вы нахер, вы что начинаете опять?
Я еще ничего не начал. Охренел это Даня. Так, у меня уже хотя бы что-то. Конечно, не чит, но пойдет так уж и быть. А ты чит-то не взял, Даня? Камры? Ты взял, кёнисик. Это зачем он подсказал? Мы могли бы таким образом его развести. Ладно. Это что, сколько у меня? Ну, я, понятное дело, что возьму Драгстар, тут как бы и гадалки, не ходи 417. А чит лимузины, получается... И BMW. Раз, два, три, поехали. Чего ждал? Я очень надеюсь, что я возьму. Я очень надеюсь, что я возьму. Хотя. Я взял. Я взял чит. Он как-то долго. Я взял чит 900. Еду неплохо. 1050. 1050 у меня было. 1085 лучший показатель, пожалуйста. А кто второй из вас, получается, был? Он. Я. Понял, принял. Окей, ребята, ну 2 балла это хорошо. Ой, и получается, здорово. Юрец пока немножечко сдулся, можно так сказать. Да с вашими читами сраными, конечно, мне бы хоть один упал. Да тебе и так много. Да тебе и так много. Да, возьму я Бентли. Так, ламба первая есть у Дани, второй тачки пока нету. И Макларен у Юрца. Окей. Так, давайте-ка встанем на черту. Это финишную, точнее, такая. Стартовую. Я не знаю, давайте-ка посмотрим, что там у тебя. Это Ауди. Ямай! Ауди 163. Ну, ламба, понятное дело, надо брать ламбу. Тут 190 по итогу. Окей, а мы, ребята, готовы начинать. Бентли, Макларен и Авентадор. 1, 2, 3, полетели. Так, у меня что-то как-то вправо тянет ее. Ну не, все, я выровнялся. Блин. Так, что по максималу? Стоять. Бентли-то быстрее. Стоять, по сути. Стоять! 800! Я делаю, Макларен, скорость 1000! Отлично! Бентли-то старый, с Бентли все понятно. И ламба, получается, ламба. Да, и ламба третья. Окей, баллы мы записали, погнали. Что, заспавнилось? Но я не вижу. А, вижу. Моя очередь пришла. Понял. Я понял. Ладно, надо чит. Чит-то надо было чит, твою мать. Ладно, это не считается, это получается тоже. Я беру в любом случае Porsche. Так, да вы издеваетесь, что ли, я не понял. Кстати, у него тоже чит, что ли? Да, понимаю. 1, 2, 3, полетели. Ёпта, ну какой-то он полицейский, не полицейский. Ёб твою мать. А что с твоей копейкой не то? А на корч, понял. Понимаю. Да, серьезно? Догнал меня. Да, догнал. Давай, топи. 550 по итогу у меня было, ребята. Окей, да, ладно. Считается? Мы едем дальше. Хаммер, ну да, по факту это аддон, и он считал. Яйца, ебой! Ебой! Есть, у меня формула, наконец-то, неплохой таки аппаратик. Так, куда они, ну, я думаю, что тут ламбу надо брать, брат. Наверное, стопудово надо ламбу брать. Ну да. А, ну да. По факту. Ну, давай спани третью, но я думаю, что эту стопудово мы сразу удалим, потому что смысла в ней вообще никакого, абсолютно. О, еще один хороший монстр, да, он считается, но я бы его тоже не брал. Поэтому бери лучше ламбу, да поехали. Так, ребята, Хаммер против, получается, формулы, но по факту я самый быстрый здесь, и ламба. Ну, я же на центре. Молодец, все. Раз, два, три, полетели. Понятно? Все с вами ясно, мужики? А пацана подождать? Вы, блин, суслы? Чего? Прикинь, как а он хороший. А, помнишь, я на нем разогнал же, по-моему, 800. 950 у меня было, и Майя врезался в кучу малу. 670, 520. Понимаю, а ну тут да. Я первый еще поехал, думал, что вообще... Ой, что я делаю внутри него? Понимаю. Так, Ауди у Дани первая. Так, у меня ай-яй-яй-яй, лимузин, Феррари. И третья моя машина, это Мерседес. Ужас, ужас. Ужас, какая моя хорошая вообще машина, а именно, ребята, Феррари. Отлично. Так, у вас получилось... О, это не та! А была бы та, мы бы тебя не догнали бы стопудово. Так, я пока тут крышу опущу. А вот так вот, аккуратно. Блин, я его не видел изначально, я тебе отвечаю. Я его не видел. Твою мать! Я не видел его. Ладно, окей. 1, 2, 3, полетели. Да тебя я не видел. А как увидел, охерел. Да ладно. Ты знаешь, что дырка от бублика твоя будет, скорее всего? Не, дырка от бублика я тебе могу подарить.
Нет, да куда ты разгоняешься, блин? 600 еду. Ну, 600. 1050. Тоже? 610. Ну, стало все понятно. Не догонишь. 607, получается, у меня было. Ну, там окей. Странно, что я не догнал Драгстер. Вот это вот прям мега странно. А вот это считается машина или это замененка? А я не вижу, что там у тебя. Да, далеко ты. А Астон Мартин считается. Господи, что за лада? Веста. Может, ой, хорошо. Хорошо. Стоковые тачки. Где? А ну-ка. Rapid GT. Это... Нет, это стопудово от дома, поэтому можешь... Rapid — это Астон Мартин. Да, можешь ее брать. Ой, вторая у тебя есть, но у тебя еще одна по факту есть. Так, ладно, Audi, вторая. Аперто, ты пришла ко мне, моя хорошая. Моя хорошая, это моя правда, хорошая. Здорово. Да, надо отыгрывать наши баллы. Как он это делает, у него Бугатти, блин, хорошая. Один, два, три, полетели. У меня по накату хорошая тачка должна быть, поэтому... Один. Аперто вряд ли вы догоните. Уехали. Да я сейчас за тебя сделаю, подожди, 600 еду. 700. Я 800. 800. 900. 900. Блин, ну, я быстрее. Одинаково едете, он скорее делал. 980 у меня было на финише. 570. 580 на финише. 580 у Дива. Ну, Дива, да, неинтересно. А вот то, что показал сейчас внедорожник, это что-то вообще жестко. А я зашел день по накату. А, да? Окей. Да ладно. Чит. Ну, третью тачку еще посмотрю, и, наверное, я о, ее возьму. О, тоже новая, да? Это елка? Да, это елка. Но нет, я ее брать не буду, потому что, ребята, да, я возьму все-таки, наверное, вот этот Porsche, это прикольно. Так, куда они, Беха и Бугатти, что будешь брать? В смысле, а что? Чит? Ну, чит брать, ну, а смысл от него? Я быстро бы уехал, даже неинтересно. А тут хотя бы состязание будет. Один, два, три, полетели! Короче, там не чит был, пацаны, да? Под капотом 96. Серьезно? Главное вовремя развести юрца. Так, ну ты вырываешь победу. Ты от читов никогда не отказывался. Штука где-то ровно примерно. 760 у меня получается. Итого 500 у тебя. Окей. 2 балла юрцу, 1 балл мне. Мы идем на следующий раунд. Осталось не так много их, поэтому давайте-ка мы начнем. Это не такое себе, такое себе. У меня что-то, что-то. Я возьму, наверное, квадро. Попробую. Вдруг вытащит. Так, у тебя... А, Макларен, да, P1 GTR, но не чит. И ты его берешь. Окей. Так, Даня, у тебя получается... Блин, ты заколебал! Я тебе сразу подскажу, что брать. Окей. Один, два, три, полетели! Ну, китаец быстрее Макларена не будет. А почему я на старте быстрее, чем Даня всегда? Это странно. А сколько у тебя мультиков-то? 30, как и у всех. У меня тоже 30. Какого хрена тогда ты первый стартуешь? Ну, не по идее, знаю, он тебя взял, знаю, да, уже? Да, он меня уже пропал. Да, да, конечно. Понимаю. 2 балла Дани, 1 балл Юрцу, и у меня 0, к сожалению. Да, это Аймана валит, кстати, она под 800 плюс едет. Ну, кстати, да. И Кадиллак 138, но я, понятное дело, что беру Форд. Окей, так, это не моя? Акула. Это моя твоя. Чит-акула стала. Твоя, но она не чит. Но она не чит. Да покер, она хороша сегодня. А ну что да. Покажет тут батя? Ну да, так, у тебя получается... Да ты запарил-то, бля, стяще. Действительно. Посмотри на него, одни читы сыпят ему. Сколько читов-то тебе надо, чтобы ты успокоился сегодня? Один, два, три, полетели. Понимаю. Понимаю! Да, Форд, да. Блин! Ты ж самая первая быстрая тачка! Ну и чё ты творишь? Слушай, ты даже Феррари сделала! Да прикинь, я чита догоняю, как стоячего. 550 у меня. Это новый экстрабал. 1200 это новый экстрабал. Нихаси. Ой. Ха, понимаю, прости. Я не хотел. Меня запульнуло. Только не говори, что это чит у тебя. Где? Чё? Но... Ты видел, что у него? Да. Да. Ладно, вторая моя машина. У меня 160 обе. Ford GT у меня тоже не особо, а 179 и 143. Ну, понятное дело, что я беру полицейский Ford GT. Тогда не третья твоя, ну, я бы брал бы на твоем месте... А, ну подожди, еще одна у тебя, получается, уже есть. И третья у тебя LFA. Это тоже LFA. Неплохо. Я бы на твоем месте бы, наверное, либо семерку, либо LFA, там уже ну, выбирай сам. Возьму. Окей, мы начинаем стартовать, ребят. Напомню, что это третий из последних раундов, то есть осталось еще два. Так, семерка готова, все готовы. Начнем на еще три. Один, два, три, полетели. Да ладно. Да ладно.
Ой, да, не видно. Я просто видел, как он ехал в сторону, я даже не понял, что. Ну, он дерево, он любит деревья у нас сегодня. Как говорится, ему марк точно не давайте. 540, да, ну окей, это получит 2 балла у Юрца. Один балл у меня. А порт 204 был, у меня было 160 под капотом. Да, не. Понимаю, у меня 180 там с чем-то было, то есть тоже не особо быстрая машина. Это предпоследний раунд у нас. Ёб твою мать, это шо? А, стоп, это ж хорошая, да? У меня хороший гелик и хорошая Пагани, поэтому я отказался от гелика, возьму Пагани. Надеюсь, что это будет правильный выбор. Так, у Дани Феникс 154, второй тачки пока нету. Юрец взял себе М4. А, нет, Тесла? Да, серьезно? Да. У нас одинаковые с тобой тачки. 234, 234, что у тебя, что у меня. Так, и у Дани... Ну, Рагнамак... Один, два, три, поехали. Не знаю, что, мне больше всего поражает, почему я первый приезжаю на тачках, которые, в принципе, хуже. Чего? У него не поехал? У него Драгстер не поехал. А он ускорение не нажал, понял, вначале. А, в натуре, да-да-да. А, нажал, да? Ну, не знаю. Но у меня 580, как бы, 590 даже. 660 плюс-минус близко. У нас финальный раунд, ребята, баллы вы видите на ваших экранах. Что-то прям очень странно, но это обычно. Отдай мне серию, братан. Это верняк. Не, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Я возьму новый прикольненький Мерседесик. Так давайте-ка его добавим даже. Не знаю, какой-то новый. Под капотом 270 у него. Что будешь брать ты? 270. Так, куда не пока Филон и 165. Да, так, у меня и тебя еще одна машина. Под капотом. Все, 160, понял. И вторая. Тесла! Ой, это хорошая, да, это хорошая. Окей, один, два, три, поехали. Главное не дать разогнаться Тесле. Мерс вообще пушка. Почему я быстрее всех? Мерс пушка. Да нихера ты не быстрее, я быстрее стартанул сейчас. Ну, я уперся типа, максималку 670. 670 максималка. Но я хотя бы 660. Приехал, слава богу. 160 был близок и Даня подъезжает. Сколько? Нет, сколько было? 610, окей. Ну, Тесла, конечно же, на старте хороша, но если она не взяла старт, то, соответственно, потом уже не о чем говорить. Окей, ребята, на этом мы будем заканчивать нашу серию. Спасибо всем огромное за просмотр, ставьте лайки, ну и всем пока-пока. Пока, народ. Пока-пока.